Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Слушайте, день ото дня не легче. Вчера я просила помощи у зрителей определить, у мускусной розы дичок или не дичок. Сегодня у меня другая просьба. Решила прокопать розы, ну, немножечко взрыхлить землю после этих тяжелых затяжных дождей. Вот эта роза, Масада Лысиль, огромная роза, я ее вам уже показывала. Ну, в общем, дело даже не в ней. Копнула на пол штыка лопаты и просто, честно говоря, испугалась. Вот что это такое? Вернее, я понимаю, что это яйцо. Размером это яйцо скуриное, достаточно тяжелое. В общем, я сразу отпрыгнула. Закопала, не знаю, есть ли там еще, но испугалась, если честно, испугалась. Цветом оно белое, но если смотреть на свет, такой оттенок голубовато-сероватого. Вот. И самое интересное, что пару дней назад в своих хвойниках, у меня просто вот здесь вот хвойники, я нашла, в общем, половину скорлупы этого же яйца, ну, в смысле, такого же размера, но оно как куриное размер. Я подумала, что, может быть, это кто-то выбросил куриное разбитое. Сейчас я посмотрю, лежит оно или нет. Саш, привет! Так, вот. Вот, точно, вот. Точно такое же. Остатки от чего-то. Вот, кто это вылупился... Я даже не поняла. Сашка, сейчас к тебе подойду. Вот сейчас буду спрашивать у племянника. Может быть, современный взрослый парень что-то знает. Но если честно, реально что-то меня как-то отпугнуло. Не знаю, кто это может быть. Не было ли такого в вашей практике? Это не выдумки. Вы знаете, я недавно на YouTube смотрела хохму, как девушка зарывала яйцо в землю и там что-то ждала, пока там что-то вырастет. Ну, в общем, ужас. Если вдруг что-то можете сказать, откликнитесь. Всем пока-пока.